Первый звонок из Гомеля. Жительница одного из домов по улице Кирова жалуется на коммунальные службы. По ее словам, жителям предложили оплатить работы, которые во время капитального ремонта здания не выполнялись. Вопрос берется на контроль. Ситуацию изучит комиссия облсполкома, после чего будет принято окончательное решение. Следующий звонок из Светлогорского района. Женщина, инвалид второй группы, проживает в доме, который принадлежит местному сельхозпредприятию. За время использования здания несколько окон пришли в такое состояние, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной. Провести замену самостоятельно женщина не может, а хозяйство в помощи отказывает. Эта проблема решается сразу. На инвалид второй группы 3 инсульта перенесла. Робила доярка. Отправьте вашего директора туда. Фамилию подскажите. Запишите, пожалуйста. А, все ясно. Сапонник Лариса Георгиевна. Лариса Георгиевна, вы дайте поручение, чтобы к этой женщине на всю жизнь колхозу отдала. А то еще и... Все, спасибо, Олегович. Я поручил Гомельэнерго помочь вам. Это их не колхоз. Перспективы развития предприятия – вопрос, который волнует руководство мясокомбината Кошелева. Сегодня более 90% продукции направляется на экспорт. Прорабатываются также варианты расширения отечественных рынков сбыта. Проблемы возникли после уменьшения объемов поставляемого на предприятие сырья. Хотя решение может быть найдено и в этом случае. Предпринимателям предложено самим заняться выращиванием скота на базе одного из сельхозпредприятий. Приблизительно через 2 недели председатель облсполкома Геннадий Соловей встретится с ними снова. Тогда, вероятно, и будет принято окончательное решение. Выращивать пока мы еще не умеем. Не боимся, научимся, но пока не знаем. Вот, поэтому любое предложение, которое поступит со стороны исполнительной власти, мы, конечно же, рассмотрим. Какой-то консенсус найдем в любом случае. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели из «Ветки».